Вывозить мусор из Мирного, Аралаха и Алмазного будут в одно место. Межпоселенческий полигон введут в эксплуатацию в конце 2025 года. О необходимости строительства объекта говорят с 2021 года. Глава Мирнского района Александр Басыров рассказал во время прямого эфира в социальных сетях. Место для полигона уже определили. Это участок в 20 километрах от алмазной столицы в сторону Ленска. Полигон ежегодно способен вместить до 20 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Более того, на территории возведут мусоросортировочный завод. После ввода нового полигона в эксплуатацию, действующую свалку, которая находится на Чернышевской трассе, рекультивируют. Глава поделился и ближайшими планами. Этим летом ликвидируют минимум 100 несанкционированных свалок на территории всех поселений района. На эти цели направят порядка 80 миллионов рублей.